раз поставушка, друзья, сработала. Размотала ее всю. Ух ты! Даже вообще непонятно, что он там работает. Ух ты! Взял, это что такое? Давайте я вам покажу. Вот это крокодилица! Ё-моё! Аня, Аня, где она? Вон она! Видите, друзья? Сюда, сюда, сюда! Друзья, вот это Аня достала. Вот это достала. Вот это молодец. Ну да, вот это пятерка, наверное. Ну, 4,5, скорее всего. Да, вот это. Это, слушай, то, что стоило. Больше костей, чем того мяса. Давай, бежи, расти большой. Скажи, что приехали два рыбака, ждут их в гости. Давай. О-хо-хо-хо. Хорошая. Опа. Вау. Вот это кобылка. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот она. Друзья, бесконечность. Продели, зажали пальцами, делаем раз, два, три, четыре, пять. И в эту же петелечку вдеваем, которую держали пальцами. Подтягиваем. Раз. Должен получиться вот такой вот узелок. Здесь затянули. Вот у нас теперь ничем не разогнуть. Да ну. Берем теперь свой подарок и лишнее отрезаем. Готово. Надеваем окулечко и давай. Один ней. Маленький. От этого пожирнее. На крупный. На крупный. Заодно проверим твои узлы. Да-да-да. И крючочек здесь новенький, остренький. Заглотушечка. Да. Заглотушечка. Ну почти заглотушечка, не совсем. Морозной земли. Проверь, что у меня тут. А у меня тут она соскочила. Делаем нужную длину. Ну, вот такой достаточно будет. Здесь у нас прорези. Мы вставляем в прорези. Так вот натягиваем. Куда ну, будем ставить? Крокодил ловится. Поставим на крокодила.
Четверка! Просто здоровая! Почти пятерка! Почти пятерка! Уху! На жерлицу! Вот это, друзья, я вытащил только что. Сейчас позавесим ее. Фух. Сколько же она весит? Здоровая. Там. Мы уже поели жульки. Что это за зверские рожи? Самая большая. Большая. Что, ты хочешь сказать, что я ее почистила уже? Ты давай смотри, а то сейчас демоны. Демоны сейчас все съедят. Мы их маленько накормили, чтобы они тут у тебя не отобрали добычу. На весь стол. Ну да. Сейчас я взял. Мотор. Хлопушка. Та-да-да-дам. Та-да-да-да. Это тарелочки, бери. Давай. Та-да-да-дам. Вот у нас уже двух щук только икры. А это нам на жарку. Мотор, лапушка, да. Такая роль, такая роль. Да, безусловно, я король, но я король. Наши собаки вот так вот поедают щучьи головы. Хруст стоит вообще просто, да? Абрик, где твоя еда? Тебе дали. Мотор, хлопушка. Ну, кушай, кушай. Чего не кушай? Такая роль, такая роль. Димар, давай без распева, это очень красиво. Понял. Так, ну что ж, наша... Да, чашка чистит. Первый трофейчик наш. Такой сыровенький. Конечно, трофеи были, но поменьше. Что, помогать держать хвост? Нет. Ветер такой. Такой прям при такой. Так, ну что, собаки, вам бы голову напополам, наверное, разрезать. Или ты будешь кушать? Что, варить не будешь? Не знаю. Так-то бы, конечно, с нее уха вообще шикарнейшая. Вот. Ну ладно, возьмем пакетик. Завтра на выезд уже домой. Мясо сразу подготовим рыбное. Рыбалка потихоньку подходит к концу. Закрываем сезон жидкой воды. Это точно. С трофеем 5500, да? 5350? 5395. 5300, ну, 5400, ну, 5400, да, 5400.
Да, спиннинги можно приделать до будущего года. А жерлицы подготовили, потому что буквально уже через неделю можно идти за жерцом. Да, выезжать на озера и ждать первого льда. Вот тут же самая сложная часть. Спина у нее очень плотная шкура. Крупную рыбу всегда сложно разделывать. Может, кажется, что тут бошкаемся много, но это всегда очень сложно. Посложнее, чем мелочь. Сметешь эту шкурку или это линия? Сейчас беру. Сейчас 5 секундочек. Готово. Следующую процедуру продолжает Анечка. Ай-яй-яй. Что, сваливается? Сваливается. Рукам холодно, но попробуем, будут скользить. Я разделываю по-своему, совсем неправильно. Вот, ну, мне так удобнее. Голову отсечем. Тело поймаешь? Тело-то поймаю. Как бы тут топором сейчас не пришлось нам рубать позвоночник. Потому что этим филейным ножом. О, блин, смотри, как кровь аж брызжет. Прости нас, рыбка. Сейчас икряная. Ну, это хорошо. Целая тарелка икры. Сейчас самое главное желчь не задеть. Подарок от водяного, да? Да, не говори. Спасибо реке за дары щедрые. Ох, как она тянула, как она тянула. Что-то желчи не вижу. Рассыпала, что ли? Желчный пакет пустой. Ну, пустой он не может быть. Значит, я уже ее резанула. В легкую. А что, ты пузо не разрезаешь? Нет, сейчас я. Так, ну что, везем домой, да, голову на уходит? Да, можно. Почему бы нет? Такая так, здоровая, жирная. Неси тарелочки уже. Будем разделывать. Сегодня вечером у нас будет рыбный вечер. Опять рыбный вечер пока. Вообще, видите, какая печенка. Вот какая хуйня. Я вот у здесь. Той троечки или четверочки было пожирнее, да? Ну да. Ай, кишку. Да, уже нож подступился маленько. Головище. О. На две, на полторы ладохи. И тут вот тоже на полторы. Так что с такой чучело можно сделать. У нас чучело на 12750. Ждем больше.
Это белка. Это нам. Тебе достанется еще. Ты сейчас позвоночник дам, погрызешь. Надо на двух собак разделить. Так, позвоночники самые вкусные, рыбные. Я мопсу дала уже. Ой, прям не хочет резаться. Где-то застрял нож. Мясо шикарнейшее, с нее будет котлета вкусная. Озеро невероятно со вкусной рыбой. Мясо прям коричневое. Сейчас покажешь коричневое. Али красное. Крови-то она маленькая, свежая. Щука беловатая, наверное, заходная, скорее всего. Не местная, но... Не, ну мясо с оттенком. Да. Но не чисто белое. Но без прослоек. Значит, это заходная. Заходная. Только заходные таких размеров могут. Ты не забывай мне там. Так я вот все складываю. Как? Ты вот сейчас вот только что. Ну и что? Так я сейчас и режу брюхи. А, ты потом режешь. Конечно. Подержать? Ну, можешь подержать, хотя все равно. Ой, ой, как мы тут все вздыхаем дружно. Собак покормили, потому что... Да я потом сам разрежу. Угу. Так, и накладывай. На кишочках, смотрите. Что, икры нету, что ли? Нет, икра есть. Есть. На кишках, вот видите, есть маленько жир. Вот, самый ценный внутренний. Очень мало, да? Да, но очень мало. Да нет, подожди, нормально. Да нет, это маловато. Ух, после зимы обычно много. Вот, да сейчас она тоже, она начнет гулять. Еще пока только-только начинает. Вот это. Либо сами, либо у нас там еще мопс. Онка ждет. Ага. Перепадет кусочек, не перепадет. Да, собаки поели. Уже даже кишки съели сегодня. Кто у них там желудки-то? Да пустой. Пустой? Угу. Что, вообще никого? Вообще никого, да. Мой окунь был первый. Подожди, а вот это что такое там? Что? Нет, это пустая. Ну, тут уже переварившаяся какая-то. Угу. Ну, то есть кто-то есть. Кто-то есть. Сейчас. Можно в котлеты его. Мы, да, нам... Случай мы пожарим. Что ж такое? Ну это они на потом оставят, конечно же. Ну да. Это они такое едят, но не сразу. Голодный вечер, да. Сейчас да. Они тут заныкают. Тащи, тащи. Он тоже жирок. Они кстати. Сейчас, да, они сейчас Умка съедят, тоже съедят. Очень умная собака. Она только жирок объедает. Обгрызает его зубами. Это что, и корочка? Да, понесу. Угу, давай вторую. Вот из-за собак приходится вот такие в круги наматывать. Сейчас Васильевич сразу засолит. Ох. Да, довольно крупная икра, видите? Угу. Ну вот, полмисочки будет. Будет да. Что, на завтрак? На завтрак будет и корка. Ладно. Теперь вторую часть я вот так вот начинаю. Так, икру убираю, да? Да, икру можно убрать. Да, Ума, тебе понравилось позировать на камеру? Она ждет, видишь, позвоночник. Конечно, ждет. И там тоже угу. Сахарная вкусняшка. Коллаген сплошной. Ты смотри, чтобы голова не рухнула, а то сейчас... Убежит. Весь, да, весь коллаген окажется в собачьих желудках. Вы уже съели две головы, каждому по голове, даже вон не доели. Да, Ума. Да, такую рыбу одно удовольствие разделать, можно не спешить. Умка, вкусно.
Чё дядька все время, весь отпуск с этой какой-то черной коробочкой. С вот этой стороны снимаю. С этой черной коробочкой пробегал. Что-то в нее говорит. Мне кажется, вот такой способ самый экономичный. То есть удается максимально срезать. Ну, конечно. Мясо. Тут-то Виктор делал грубо, чисто для засолки. А рыба была как бы в общей сложности чуть больше, чем сегодня. Тут что, вообще молодец, да еще филейным ножичком. Ну, вот сейчас вкусняшки собакам. Нам тещины животики. Вот и все, запаковываемся. Уже считай на завтра мясо. Филе у нас минус 3, так что мясо хорошо доедет. Люблю осеннюю рыбалку, почти зимнюю. Улов можно без проблем вот так вот зачищать, не бояться. Ни мухи тебе. Да. Сейчас, Умка. Да, нож уже надо наводить. Затупился. Шкура. Конечно, можно было и шкуру снять. Но мы всегда делаем со шкурой. Шкурка тоже прожаривается. Так, что это на уху нам? Это вот возьмем. Угу. Мы уже тут тоже ели ухи. Что, собаки, нате вам пиршество напополам. Абрек, идем кушать. Нате, вкусняшки. Только, ну, не запалит, сумка. А сейчас послушайте, как они хрустеть будут. Вкусненько, да, Брек? Вкусненько. Вот это трофей. Косточки попадают на язык. Ну, как говорится, собачки наши сыты. И мы сейчас приготовим себе покушать. Сразу порционными кусочками, потом в пакет положу и положим в ведро. Ведро закроем. Ведро, ну да, там относительно закрыто. Наши песики туда залезут. Вот, вот все 5-килограммовой щучки. Да. Вот это вот маленькая-маленькая кучка мяса. Да. Ну все, остальное головы. Уха. Да. Так, держи вот так. Я сегодня готовлю праздничный ужин. Завтра домой приезжаем. Щучку, которую сегодня на 5 килограмм чем-то вытащил. И корка. Печень. Лучок. Все это под мучным маринадом. И это уже жарится. Будет очень вкусно. Покушаем. Отъедимся на сегодня и завтра в городскую жизнь, городскую еду.